Всем огромный привет! Меня зовут Аля Фрэнсис и добро пожаловать на мой канал! Продолжаем серию мастер-классов по вязанию крючком без поворота полотна, то есть левой и правой рукой попеременно. Сегодня мы с вами свяжем сумочку номер 4. Обязательно поддерживайте меня пальчиками вверх и комментариями, чтобы я видела, что вам интересны мои мастер-классы. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Для вязания нам потребуется трикотажная пряжа бисквит, один ролик в цвете горчица, два ролика в цвете хаки, дно для сумки размером 15 на 30 см в рыжем цвете, две ручки длиной 44 см в рыжем цвете, без карабинов, крючок номер 8 и номер 5, неразъемная молния длиной 35 см. Для заказа пряжи и фурнитуры с дополнительной скидкой 5% по промокоду 2417 переходим по ссылочке в описании под видео. Начинаем вязание сумки с обвязки донышка крючком номер 5. Каждая сторона будет вязаться отдельно. Делаем обвязку со второго отверстия закругления и до первого отверстия следующего закругления, то есть обвязываем 9 отверстий. Вводим крючок с изнаночной стороны во второе отверстие закругления. Оставляя хвостик, захватываем нить, вытягиваем ее и провязываем полустолбик. В это же отверстие провязываем столбик без накида. Далее провязываем 7 столбиков без накида до первого отверстия следующего закругления. Удваиваем 9-е отверстие. Разворачиваем, рабочую нить располагаем под донышком, вводим крючок под 2 петли, захватываем нить и провязываем через петлю на крючке, под следующие 2 петли, захватываем и провязываем через петлю на крючке, под следующие 2. Захватываем и провязываем через петлю на крючке. Завершаем обвязку. Под 2 петли. Под 1 петлю. Приступаем к вязанию первого ряда. Переворачиваем донышко. Вводим крючок под петлю. И под дужку. Захватываем рабочую нить. И провязываем ее через все петли на крючке. Провязываем полустолбик. Под следующие 2 петли столбик без накида. Под следующие 2 петли столбик без накида.
Продолжаем самостоятельно. Завершаем ряд. Под петлю. Под дужку. Столбик без накида. Меняем крючок на номер 8. Одна петля подъема. Второй ряд вяжем левой рукой. Пропускаем один столбик без накида. В основание второго провязываем удлиненный столбик без накида. Далее столбик без накида за заднюю стенку. Пропускаем один столбик без накида. В основание второго провязываем удлиненный столбик без накида. За заднюю стенку столбик без накида. Продолжаем самостоятельно. Завершаем ряд. Под петлю столбик без накида. Одна петля подъема. Третий ряд вяжем правой рукой. Над удлиненным столбиком без накида, столбик без накида за заднюю стенку. В основание столбик без накида. За заднюю стенку столбик без накида. В основание. За заднюю стенку. Продолжаем самостоятельно. Завершаем. Под дужку столбик без накида. Одна петля подъема. Четвертый ряд. В основание. За заднюю стенку. В основание. Продолжаем самостоятельно. Завершаем. Под дужку столбик без накида. Одна петля подъема. Пятый ряд. Сокращаем. За заднюю стенку. Вытягиваем нить. В основание. Вытягиваем нить. Провязываем все петли на крючке. За заднюю стенку. В основание. За заднюю стенку. В основание. За заднюю стенку.
сокращаем в основание, вытягиваем нить за заднюю стенку, вытягиваем нить, провязываем все петли на крючке. Под дужку столбик без накида. Одна петля подъема, шестой ряд. За заднюю стенку в основание продолжаем самостоятельно. Завершаем поддушку. Одна петля подъема. Самостоятельно провязываем 7 ряд и еще 2 ряда. 10 ряд сокращаем в основание, за заднюю стенку, через все петли на крючке, в основание, за заднюю стенку, в основание, сокращаем за заднюю стенку, в основание, через все петли на крючке, под дужку столбик без накида. Одна петля подъема, 11 ряд. В основание, за заднюю стенку, в основание, за заднюю стенку, в основание, под дужку, одна петля подъема, самостоятельно провязываем 12 ряд и еще 6 рядов, делая сокращение в 16 ряду. Завершаем 18 ряд. Обрезаем нить, вытягиваем ее. С изнаночной стороны вводим крючок под дужку. Захватываем нить, вытягиваем ее. Под дужку ниже. Захватываем нить, вытягиваем ее. С изнаночной стороны прячем хвостик. Вот что у нас с вами должно получиться. Вяжем вторую боковинку. Далее вяжем основные две стороны. Делаем сокращение в 5, 10 и 16 ряду. Затем отпариваем с изнаночной стороны боковинки и основные стороны. Теперь вяжем фальду. Вводим крючок под петлю. Захватываем нить и провязываем полустолбик. Вводим крючок под петлю и под дужку. Прячем хвостик и провязываем столбик без накида. Под следующие две петли столбик без накида. Самостоятельно продолжаем столбиками без накида до конца ряда.
Завершаем ряд. Под петлю. Под дужку. Столбик без накида. Одна петля подъема. В основание. За заднюю стенку. Самостоятельно провязываем второй и третий ряд. Завершаем третий ряд. Под дужку столбик без накида. Обрезаем нить. Вытягиваем ее. С изнаночной стороны вводим крючок под дужку. Захватываем нить. Вытягиваем ее. С изнаночной стороны прячем хвостик. Самостоятельно вшиваем молнию. Пришиваем ручки. Соединяем стороны с боковинками. Вводим крючок под 4 петли. Захватываем нить. Вытягиваем ее. Хвостик прячем внутрь. Рабочую нить располагаем к себе. Вводим крючок под следующие 3 петли. Захватываем рабочую нить и провязываем через все петли на крючке. Под следующие 3 петли. Захватываем нить и провязываем через все петли на крючке. Под следующие 3 петли. Захватываем нить и провязываем через все петли на крючке. Самостоятельно соединяем. Завершаем соединение по 3 петли. Обрезаем и вытягиваем нить. На изнаночную сторону вытягиваем нить. И прячем ее. Соединяем остальные стороны и боковинки самостоятельно. Сумочка номер 4 готова. Обязательно отмечайте меня на своих изделиях по моим мастер-классам. Я искренне надеюсь, что это видео понравилось вам и было для вас полезным. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам отличного настроения и до встречи в новых видео.